Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что же, часок у нас пролетел незаметно, и я... Ребята, ну, Лига Мастеров 2 звезды, как и было сказано. Так, слэш 45 карточек и 60 платиновых осколков. Прекрасно, ну что ж, друзья мои, по традиции, коротенькая серия, чисто на бустычах. Ищем с тобой 11-11. А, кстати, а у меня персонажи откатились? Вот меня... Да нет, должны откатить. В плане 10-10. Вот. Вот. 11-11. Ну что же. Начинаем с самого начала. Эйприл. Кто там у нас еще? Рокстеди и Рафаэль Космос. Жалко, нету у нас здесь ни одной массовой атаки. Я бы их сейчас бы сразу бы всех бы нахрапчиком, ребята, и положил бы. А так у нас только обычные атаки. Ну, меня это нисколечко не смущает. Мы двигаемся с тобой дальше. И уже воин 2 звезды. Ну, это так и должно быть, ребят, поначалу. Оп, 11-12. 18-19 и 20, да? Такие вот уровни. Ну что ж, вперед, Петручо. Всех, всех положит. Это, ребят, несомненно. Ну, потому что массовая атака, во-вторых, уровень, извини меня, все-таки 56 против 24-х. И у нас воин 3 звезды, 72-я позиция. Так, 12-13. А сколько времени это прошло у нас? Прошло у нас, друзья мои, 40... Ну, если в 3 часа откат, сейчас на моих часах 49, ну, то есть... Ну, грубо говоря, час прошел, да? 50 минут. То есть еще практически никто ничего не успел занять, никакие нишки, мы с тобой как бы... Ну, может, там кто-то и успел, может быть, дойти, там, не знаю, до Лиги Самураев, может быть. Но я сомневаюсь, что здесь идет статистика онлайновая, ребят. Мне кажется, здесь статистика идет внутриигровая, ну, как бы не онлайновая. А вот как захотел бот, так и придумал для себя. Вот, а мы просто под нее подстраиваемся. Ну, это мои догадки, я не знаю, может быть, тут действительно онлайновая статистика идет. Ну, почему-то, мне кажется, вряд ли. Так, ну что ж, давай так сделаем. В плане, Хан, ты чё, эй? Да как так-то? 27 уровень, Хан, извини меня, 57 уровень. И он не смог его ушатать? Ты чё за бред непонятный, а? Так, 76 место. Ну, погнали тогда. 30-е, ребята, уровни уже. Уже 30-е уровни, а мы с тобой... А мы с тобой на 56-х до сих пор. Ну, вот, вот заметь, что мы с тобой вот играем самыми, так сказать, ну, не очень перспективными персонажами. Я тебе так скажу. Ну, вот у Рафаэля вот эта вот массовая атака может быть еще и сгодится. У вот этого Микеланджело бомбочка тоже, в принципе, сгодится. Вот у этого Леонардо, например, нету массовых атак, но у него есть одна мощная атака, ребята. Это ударом мечом сверху вниз, в прыжке. Это атака одиночная, но она очень мощная, уже проверена неоднократно была. Так, 13-16. 30... Извините, ребят. 36-й, 34-й уровень у наших врагов. Так, ну, погнали. Вот тоже, ребят, тут команда не особо... А, ну тут вот. Вот Лео Видение, да, это круто. Блин. Ну не здесь почему-то. Запрет на хил. То есть даже Эйприл нам тут не страшна. Потому что, тем более, когда она падает. Потому что она не смогла бы их залечить. На ней лежал... Вообще не на ней, а на всех лежал этот... Антилечение, короче. Запрет. Ребят, мы уже в самураях, прикинь. Мы уже в самураях. 13-16. А 14-17 слабо дать мне? Такой, скажешь, нифига ты, Рей, приборзевший. 14-17. А может, ей сразу 17-24 дать?
Конечно, не дадут, ребят. Конечно, все это постепенно. Все это постепенно. Два Rocksteady. Тоже команда не особо, ребят, сильная, если честно. На массовой атаке только вот у Шредера. Все, остальные так себе. Так, давай-ка мы Эйприл уберем. Не хочу, чтобы она тут лечила. Время мое, как говорится, тратил. И гранатами. Добьем, интересно, мы обоих? По идее, должны. Угу. По идее, должны. И мы с тобой это очень даже неплохо сделали. 25-я позиция. Так, нет, ну, по-моему, уже пора бы, ребят, 14-17 давать. Я уже досыта наелся. 13-16. Опа, есть. Есть, ребят, контакт. Раз, два, три, четыре, пять. Погнали. 57-й уровень. А у них-то какой там? 30? А, у них уже 40-й. Вот оно что. То есть у нас сокращается дистанция. Причем очень дико, люто. Жестко. Даймонда Гегича даже не повалили. Ну-ка, бросай флакон. Окей. Огненная волна. Отдыхайте. Отдыхайте, ребятушки. Так, ну что, Лига Самураев. Две звезды должна быть. 56-я позиция. 14-17. Ну, 14-17, я думаю, это слишком борзо будет для... Да ладно. Серьезно? Ничего себе, я думал, что не дадут. А дали, ребята. Причем навскидку и со второй попытки. Шикарно. Кстати, здесь надо было, наверное, мне все-таки кажется, делать уклонение на всех от Пита. Это было бы круче. Ну-ка, давай Ой, не то. Гранату хотел. Хотел же, блин, гранату. Ё-моё, сейчас звезданет. Нет, мы выжили. И они, смотри, смотри, смотри. Они все на кабана, ребят, начинают бочку гнать. Этот на Рокула. А я сейчас вот поджарю всех. Как говорится, со своей горелочки. Чтобы знали, на кого бычить. Замечательно. Так, Лига Самураев, 3 звезды, ребята. 97-я позиция у меня. 14-18. 43-й, 42-й ранг. Раз, два, три, четыре, пять. Я готов, друзья мои. Я готов их наказывать. Я готов их наказывать. Поехали. Опа. А что вот у Шинигами? А, она в инвиз уходит. Все, я думаю, что это за аура такая, блин. А вот это что у нас такое? А, ну это мы негатив снимаем с себя. Пит хиляет. А если я вот так сделаю? Пита надо, наверное, мне кажется, все-таки валить в первую очередь. Он хиллер у нас тут. Мне как бы не особо тут хиллеры нужны. Тем более со стороны противника. Острозуб держит марку. Так, Пит упал. Пит, значит, упал. Упал также Хан. Давай с посохом, с разбега. Вау, такой тюш, разбегается на тебе. И нифига не добил его. Бум, с кулаком таким. Так, молот, молот. У него какой-то странный какой-то этот ниндзя, ребята. В руках алебарда, блин. Откуда ты из штанов? И достает кувалду, блин. Молодец. Давай выпустим Они. Телепатического такого. Так, тюн-тюн-тюн-тюнс. Плевок души. На, а, у него же иммунитет, блин. Давай плечом его бортанем. Да ну нафиг, что такое мощный-то? Всего лишь, ребята, 45 уровня. Мои 61-го даже не могут его пробить. Как вот это можно понимать? 41 место. О, 19-15. 19-15. Раз, два, три, четыре, пять. А, у нас уже все, друзья мои. 70-ники пошли. А что так быстро? Я даже еще до Лиги Сёгунов не дошел, а мы уже с тобой
Мужа семидесятников разыгрываем. Обалдеть. Неожиданно, конечно, для меня это так быстро все. А так всегда, ребят. Только раздухаришься и на тебе. Игра кончается, энергии больше нет. Бал, закончен бал, потухли свечи, да? Ну, вот, ребята, и лига. Лига Сёгунов. Лига Сёгунов 15-19, ну, наверное, вряд ли нам дадут тут 16-20. Скорее всего, не дадут. Ну, погнали. Раз, два, три, четыре, пять. Семидесятники против 47-х. Шансов у них нет, это факт. После вот этих, ребята, черепашек, именно после этих, я пойду на второй канал, ребят, сегодня снимать серию про некроманта. И Пал Ворлд 100% сегодня будет серия. Ну, не сегодня, а будет снята. Когда она будет выложена, я не знаю. Попробуем взять все-таки третий биом. Будет, наверное, сложно. Но я постараюсь. Я постараюсь его пройти. Так, 15-20. Раз, два, три, четыре, пять. Уже восьмидесятники здесь подключились. Так, а фигли подключились, они уже платишок, да, по уровню. Ну да, 55-й, обалдеть. Ну-ка, змея карай, замедли их, пожалуйста, всех. Не всех. Так, Эйприл нам и даром здесь не нужна. Так, Ванюша, уйди с поля прочь. Так, вот это вот сделаем. Давай, Рафик. Худыщ. Нормально. Прокачка работает. Ну-ка, смотрим. Сёгуны две звезды, друзья мои. 15-20. По-моему, уже 15-21 надо. Или 16-21. Или я спешу. Я, наверное, спешу, ребят. Опережаю события. Окей, ладно. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот сделаем. Это мы с тобой сейчас только до Лиги Сёгунов 3 звезды доберемся. А нам еще нужно будет там поединка 3 сыграть. Хватит ли у меня бойцов? Вот в чем вопросик-то. Даже не знаю. Вот в чем вопросик. 38-я позиция. Ну тут как минимум 3 или 4 поединка нужно, ребята, чтобы все у нас получилось. А бойцов-то вряд ли столько я насобираю. К сожалению. То есть даже, мне кажется, здесь мы не перейдем. 36 ступенек мы не перепрыгнем. Ну, не получится просто, ребят. Ну, Лига Сёгунов 3 звезды будет. Фиг с ним. Я уже и не надеюсь, ребят, на что-то большее. Уже, как говорится, смирился с тем, что мне здесь выдают. А что еще поделать? Ну, что тут еще сделаешь? Ничего, ребят, абсолютно. Лига Сёгунов 3 звезды. 92-я позиция. 16-21. Раз, два, три, четыре, пять. И последний поединок. Ну, согласись, за два поединка, ну, мы с тобой, ну, никак, ребятушки, не сможем. Три, это как минимум, три. А то, глядишь, и четыре нужно будет, чтобы нам перейти. Ну, если учитывать то, что мы с тобой два раза застревали на одном этапе, то вот тебе и потеря этих самых попыток. Так, ну что, какая там? 50-я. 50-я, ребят, позиция. Блин, ты не хочешь мне дать 17-20? Ну, смотри, 16-22. Раз, два, три. А тут все. Все, ребят, шапочный разбор. Два персонажа, но они... они не этот... Роли... Ну, я отыграю, конечно, но ни роли, мне кажется, не сыграет уже здесь. Вообще никакой. Чух. Да давай пробьем их. Этих супостатов.
Сейчас посмотрим, 50-го места, ну там, наверное, сколько? 36 ступенек пролетим, будет где-то 20-е, ну, может быть, 15-е. 15-е это уже, ну, потолок, как говорится. Я 100% тебе говорю. Воу, слушай, подожди, а может быть, ребят, ну это, конечно, будет чудо из чудес, если мы сейчас с тобой двумя персонажами 7 ступенек пролететь сможем. Сможем ли? Ну, как бы очень мало бонусов. Подожди, где... О, я уже думал, Крэнга забыл. Очень мало шансов, но... Лучшего шанса у нас еще пока не было, ребят, за последнее долгое время. Это вот самый, как говорится, боготворящий. Сейчас просто посмотрим. Если мы перейдем, то это рекорд будет побит наш... Хрен знает какой давности. Да, друзья мои, да! Да! Наконец-то! Ребята, сколько я... Ой, господи, мы этот рекорд с тобой, ну, год, наверное, ну, наверное, год, ребят, пытаемся побить его. И, наконец-то, это свершилось. Чистоганом, с одной заходочки, без всяких там откатов и тому подобное, ничего не применяя, просто сделали. Хотя прошел час, я говорю, 49 минут. Фух, поздравляю вас, ребята, и себя, конечно же, с этим прогрессом. Такое, знаешь, ностальгия, как вот раньше помню, как я взял только этот ранг. Блин, такое блаженство, ребят. И сейчас прям аж волной накатило. В общем, я очень рад, доволен. И не зря сегодня была серия снята. Ну что, дорогие друзья, а на сегодня тогда я буду, наверное, закругляться. Вам всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.